Участники пробега по ходу движения посетят 15 городов России и Центральной Европы. С некоторыми из них сурскую столицу связывают давние дружественные отношения. Это Тамбов, это Бекишчаба, оставшие еще советских времен, это Тернополь, это Чебоксары и главный город наш побратим Могилев, который в этом году еще является международной культурной столицей стран СНГ. Автопробег проводится при поддержке губернатора Пензенской области и главы городской администрации. Все необходимые документы уже подготовлены. На местах, где предполагается делать остановки, власти уже официально оповещены. Было очень приятно, что из Бекишчабы, из Венгерской очень адекватно, тепло отреагировали на вот нашу идею. И сейчас мы вот общаемся напрямую с главой администрации Бекишчабы. Они нас там принимают. Маршрут планировался таким образом, чтобы не... чтобы мы приезжали в новый город не уставшие, изнеможденные, с мечтой, с мыслью скорее добраться до кровати и отдохнуть, а чтобы у нас были силы для того, чтобы встретиться с людьми, пообщаться, рассказать о Пензе, ну и самим что-то увидеть, то есть... тоже получить какие-то впечатления, сфотографировать. Будем мы на связи, это 100%, я даже в этом не сомневаюсь. Каждое утро на Радио Экспресс в рамках там шоу «No Stress» будет у нас небольшие вот прямые включения. Так что слушайте и там совместим приятно и с полезным. Дневником автопробега станет также блог «Пенза 350 Live Journal». Сюда будут заноситься сведения о пройденном маршруте, впечатления о местах, в которых побывали наши земляки.